Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 25 сентября, Православная Церковь совершает отдание праздника Рождества Пресвятой Богородице. «Кто тебе не ублажит, Пресвятая Дева, кто ли не воспоет твоего пречистого Рождества?» Такими радостными песнопениями все концы христианского мира воспевают и прославляют Пречистую Деву Марию, удостоившуюся вместить в себя невместимого и стать Матерью Бога Всевышнего и тем самым содействовать нашему спасению. Когда лукавому змею-искусителю удалось прельстить первых людей и тем разрушить их райское блаженство, когда смерть сделалась уделом всего человечества, тогда всемилостивый Бог благоволил в погибающее человечество посеять новое семя жизни и спасения. В слове осуждения змею-искусителю Господь сказал: «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем тая. Той твою сотрет главу». И с этого момента премудрость Божия начинает устроять спасение человеческого рода, приготовляя и жену, которая могла бы вместить невместимого. И вот, когда в последние дни семя зла достигло своих крайних пределов, когда, по-видимому, нельзя было уже ожидать торжества добра над злом, тогда промысел Божий являет миру чистую деву, которая оказывается достойною соделаться Матерью Искупителя, Бога-человека. Можно ли не радоваться людям при созерцании очами веры этого радостнейшего события? Ибо настал конец человеческим страданиям, и близко время примирения людей с Богом. Она явилась утренней звездою, воссиявшей среди греховного мрака и возвестившей миру, что за нею скоро взойдет Солнце Духовное, Христос Спаситель, который своим божественным учением просветит всех, приходящих к Нему. И сегодня мы отдаем до времени этот праздник, сохраняя в своем сердце искреннюю сыновнюю любовь к Божией Матери, ставшей одушевленным кивотом и вместилищем невместимого Бога. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых священномученика Автонома, епископа Италийского, преподобного Афанасия Высоцкого, Серпуховского чудотворца. Празднуется перенесение мощей праведного Симеона Верхотурского. Чтится память преподобного Воссиана Тиксенского, мученика Иулиана и с ним 40 мучеников, мучеников Феодора Александрийского, священномученика Корнута, епископа Никомедийского и Конийского, а также новомучеников и исповедников российских, священномучеников Феодора Лебедева, Иоанна Прудентова, Николая Житова, пресвитеров, мученика Алексия Ворошина. Всех, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаименитства. Благожелаю вам от Господа мира душевного, здравия телесного и всесильной помощи во всех добрых делах и благих начинаниях по молитвам ваших небесных покровителей. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Изобилуют невзгоды, старость, близится конец, мчатся жизненные годы,
в пору мертвенный венец, нет опоры, только споры о бездетности четы, победив толпы укоры, вмиг исполнились мечты о рождении пречистой, неистленной красоты, пение птицы голосистой, нереченной высоты. Побеждает чувств тревогу, неплодящих день настал, в благодарность жертва Богу, не вечерний свет блистал.